Я начну очень сильно блевать, выгоню из себя весь вес и выиграю досрочно. Один, жрём! Минус килограмм, ты пописал, минус килограмм. Я раздеваюсь. Позовите всех официантов. Грязное мясо. Медиасушка! Всем привет! Я Серега Мамаев, и это шоу «Медиасушка». Шоу, в котором жирдяи футболисты Дальневосточной медиалиги худеют и борются за главный приз – 200 тысяч рублей. Давайте познакомимся с нашими героями. Митя Правдин, директор команды «Добрый вечер». Артем Бобровский, тренер Академии «Искра», сокращенно «Боб». Сева Кандалинцев, самый молодой добряк медиасушки. Данила Коростелев, президент футбольного медиаклуба «Ногомяч». Константин Масунов, руководитель сети «Хатуаз». Руслан Ибрагимов, владелец команды «Не Москва». Да у меня, говорит, где-то 117. Ну, и Митя такой, у меня 108. Я говорю, принесет он мне красивое тело, как у президента. Президента Дальневосточной футбольной медиалиги Данила Олеговича Григорьева. Стою на весы, блядь, а я никогда такого веса не видел, который сейчас там увидел. Недавно был у доктора, колено беспокоит, говорю, что делать? Он говорит, меньше жрать. Я такой, ладно, надо начинать худеть. Я бы показал, но нам запретили раздеваться. Просто я пока не знал, что будет проект, собирался сам вес гонять, перед сезоном готовиться. 8 недель мы будем все страдать. Чтобы не было такого челленджа, когда вы, ну, собираетесь, а потом вот вам выносят три хинкали и говорят, скушайте на время, вот, пожалуйста, не надо этого. Самое важное, когда я пришел сюда, я сказал, это помимо мотивации должна быть дисциплина. Если будет дисциплина, то будет и победа. Для меня, наверное, это даже такой вызов побороться, похудеть вместе с ребятами. Как бы вместе всегда веселее. Вот. Но если прям самый пиздец будет у меня, будет интересно. Блять, ну нет! Если честно, я хочу победить. Я начну очень сильно блевать, выгоню из себя весь вес и выиграю досрочно. А кому это надо? Медиасушка! Мы позвали участников медиасушки на ужин. Ну и они не догадываются, что после ужина мы будем их взвешивать. Ну а также каждому сегодня раздадим какое-то толстое погоняло. Узнаем, кому что достанется. Медиасушка! Медиасушка начинается, но должна она начаться с чего-то позитивного, ребята. Правда ведь? За лишний вес. А что вы уже грустные такие сидите? Это классно, вы вписались в классный проект. Но перед тем, как стать лучшей версией себя, нужно опуститься на самое дно, стать худшей версией себя, поэтому, чтобы позитивное настроение сохранялось, надо хорошенько пожрать. Внесите еду! Поэтому сейчас просто пожрем. Хачапури, шашлычок. Надо было заказать хачапури по-негрецки, всем советую, очень вкусно. Вот когда 2 месяца пройдет, мы соберемся вот так. Это наш спонсор, не ваш. Кума! Свяжитесь с нами. И вот за вот 2 месяца без шаурмы это пиздец жестко. Покажите, Данин, пресс. Крупно возьмите. Да, да. А там на крупнике потом поменяете на мой живот. Вот у всех вас будет точно так же спустя 8 выпусков медиасушки. Осталось очень много еды. А мы сейчас даем таймер 5 минут. Если вы не съедаете все, что осталось здесь, вы вкидываете по 25 тысяч еще к призовому фонду нашего шоу. Можно сразу перевести? Я готов. Смотрите, с нашей стороны мы уже на 25 косарей с Костей съели. Пацаны, операторы тоже что-нибудь сожрут. Показываем, что мы реально замотивированы. Ну, потому что сейчас это вам будет отличным плюсом на весах во время взвешивания. Все, поехали! Да, вот команда! Что делать? Я наелся. Позовите всех официантов, мы поставляем. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Ребят, мы хотим от проекта «Медиасушка» поделиться с вами шашлыком, картошкой и всеми. Вы не против? Вы не против? Спасибо большое. Все, вы добрые люди, вы нам помогли. Спасибо. Мы обязательно похудеем, следите за нами. Да я там должен все доесть. Осталось 2 минуты, у нас еще вот хачапури. Это мой сладкий. Давайте ускоряемся, 30 секунд.
Мы договорились, что в каждом выпуске будет челлендж, который позволяет победителю этого челленджа вычесть из своего финального веса на финальном взвешивании 500 грамм. Внесите реквизит для челленджа. Я люблю. Три, два, один, жрём! Ну все, Костя, поздравляем тебя. Спасибо. С победой в первом челлендже. А ты что, я обляпался жиром? И так жирный, еще жиром обляпался. Ну все, мы переходим ко второй части первого нашего выпуска, это взвешивание. Медиасушка! Меня зовут Сева, вы меня знаете, Big Bada Boom. 126-300. Я прям сейчас так хочу клапан давит, вы бы знали. Честно скажу. Давай, у тебя есть эта пауза. 30 секунд, пошло. А, все, могу? Да, давай. На весы вставай. А преимущество сейчас у тебя уменьшилось? Ну, конечно, а ты как думал, какие? В смысле, блядь, минус килограмм ты выписал? Ну я так копил. Все, минус нет. Килограмм ты пописал? Минус килограмм? Ну я прям держался, вы знаете. Подожди, или ты что-то еще сделал? Нет, я только, я пока только типа, сходил по маленькому. Твою мать. Пока только. Это ты еще не старался, да? Даже можно просто вставать на них. Что, прям в кроссовках? Ну вообще желательно на разу. Знал бы, я бы берцы надел. 122 ровно. Здорово, здорово! Что, с чего начинаем? Я раздеваюсь? Ёб твою мать. Охуеть, извините. 128 запишите. Ебой. Вы слышали, как дрожали эти стены? Да нет. Да нет. Это нечестная цифра. А, блядь. Я никогда в жизни столько не весил. 96,4. Че там? Че там, ребят? Жирный хуй. Жирный хуй, реально? О, подарок. Базара нет. Базара нет. Ну, в принципе, ладно, наверное, справедливо. Нормально! Это правда я. It's all about me. Че, жирного не ждали? Будем избавляться от этого. Приятно познакомиться, жердяй, брюхо, очень приятно. Сало на месте. Сало? Мне кажется, у меня... Я думаю, это вообще не самое длинное. Да, да у него. Слышь, мне кажется, у меня самое будет это. Смотри, у него по размеру да, какая. Жирдяй. А здесь подписать ебаный. Чего? Не, сейчас если... Сейчас если два выйдут вот с нормальными, блядь, вопросики... Вопросики клини будут. Блядь, это опять моя футболка. Я же... Нормально, Костя. Грязное мясо. Медиасушка! В общем, я посмотрел результаты вашего взвешивания. Мне что, поле менять, что ли, после того, как вы по нему побегаете? Давайте, берите себя в руки, показывайте хороший результат, и через 8 недель встречаю вас стройненькими, красивенькими, а то на ферму отправлю всех. Меня зовут Сева, и я пузырь. Я Боб, и я Сава. Я Руслан, и я холодец. Я Митя, и я брюхо. Это унижение только у меня. У всех там нормально. Сейчас, подожди, я психологически настроюсь. Я Данила, и на этой сушке я свинота. Я Костя, и я жердень. Ну что, какая свинка доползет до финиша первой? Оставляй свои прогнозы в комментариях к этому выпуску. Сушка, 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 сушка. Медиа!